Привет, друзья! С вами Мила Хейл, и сегодня в этом очень коротком видео я расскажу вам одну историю, которая будет интересна тем, кто осваивает английский. Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца, оно очень короткое, и там я даю вам очень полезную ссылку. Итак, несколько лет назад я приехала сюда, в США, и первая проблема, которая у меня была очень трудная, трудноразрешимая проблема была это, я не понимала носителей языка. Как известно, навык понимания отрабатывается наиболее сложно, особенно для русскоговорящих. Нам трудно понять, что они говорят. Они говорят быстро, они говорят слитно. Я думаю, вы это все уже проходили. Так вот, что я делала? Я отрабатывала этот навык на фильмах. Я уже рассказывала в своем блоге об этом. Как я это делала? Я использовала DVD с английскими субтитрами, да, и останавливала практически на каждой фразе. Я повторяла эту фразу несколько раз, я возвращалась постоянно назад, редко я попадала в точку, это было достаточно сложно, у меня диск начинал зависать, в общем, очень много вот такой вот, как мой муж скажет, too much trouble, слишком много возни, и так далее. Кроме того, смотрите, вам нужно понять эту фразу, да, субтитры на английском есть, да, но на русском вам нужно понять, я не люблю слово перевести, вам нужно понять эту фразу. И иногда, даже если вы понимаете каждое слово, если не понимаете, значит, вам нужно найти это слово, правильно, это опять увеличивает время занятий. Кроме того, фраза непонятна, стоит вроде бы из понятных слов, но сама фраза непонятна, потому что это сленг, это выражение разговорное, это идиомы и так далее. Так вот, не буду долго рассказывать, просто скажу, что где-то полторы минуты фильма я обычно прорабатывала где-то час-полтора. Представляете, сколько времени тратила я вот на эти такие непроизводительные как бы вещи. Итак, у меня очень хорошая новость для вас. Я нашла сервис, который предлагает вам вот что. Вы входите, начинаете смотреть фильм, останавливаете в любом месте, у вас будет фраза на английском, на русском, у вас будет значочек громкоговорителя, чтобы повторить эту фразу. Представьте себе, идет фильм, вы его останавливаете. Эту фразу вы можете повторить столько, сколько вы хотите. Чем больше, тем лучше. Вы можете прослушивать много-много раз, повторять много-много раз. Кроме того, все фразы, которые до того были, они тоже у вас будут все выше вот, по экрану. То есть можете вернуться к любой фразе, можете посмотреть перевод каждого слова отдельно, просто подведя мышку. Можете послушать, что значит прямо объяснение на русском языке, что значит какое-то выражение специфическое в этом слове, в этой фразе. Кроме того, есть такое что-то типа контроля, да, там такого, что-то типа тестов вам дают после этого. Слова, которые новые встретились в этом эпизоде, выражения, которые встретились в этом эпизоде. Я не буду долго рассказывать, скажу вам только, что там снимаются вот все вот эти вот технические неувязки, на которые я тратила очень много времени. Кроме того, в этом веб-сайте, кроме сервиса сериалов, есть еще много-много всего полезного. Я даже не буду вам говорить об этом, вы сами найдете. Итак, заходите. Сейчас появилась надпись «Зарегистрироваться». Кликайте по ней, заходите в форму регистрации, придумайте себе логин латинскими буквами и вставьте свой email в эту форму. Вы получите письмо, где будет ссылка на этот веб-сайт, и вам будет присвоен пароль. Заходите с вашим логином, который вы придумали, с паролем, который вам дали, потом его можно изменить, и вы попадаете в этот веб-сайт. Я думаю, вы будете мне благодарны, сколько там всего полезного будет бесплатно. Но есть еще и платный сервис. Бесплатно вы можете посмотреть первый эпизод из 21. Первый эпизод сериала «2,5 человека». Это современный, живой, американский, английский язык. Сейчас многие наверняка скажут, ну понятно, нам сейчас что-то продают. Ребят, вы посмотрите, сколько это стоит. Вот просто ради интереса. Вы не представляете, насколько доступна цена. Она просто смешная по сравнению с той пользой, которую вы получите от пользования этим сервисом. Если вы просмотрите, представьте себе, вы просмотрите 21 эпизод этого сериала, как продвинется ваш английский. Итак, если вы захотите
получить платный сервис, вы кликаете на второй эпизод этого сериала, и там вам будет предоставлена формочка, где вы оплатите этот сериал. Я даже не буду называть цену, потому что я не знаю, сколько она продержится. Она для меня, например, просто вот удивительно доступна, эта цена. И очень много всего бесплатного. Я не буду вас больше агитировать, я думаю, что я вас уже уговорила. Итак, я вам желаю успехов в освоении английского и встретимся в комментариях. Я надеюсь, вы прокомментируете это видео, когда зарегистрируетесь в этом сервисе и найдете очень много всего полезного. Если возникнут вопросы, пожалуйста, спрашивайте, я отвечу на все вопросы. Всем счастливо, всем хорошего настроения, всего самого доброго. Счастливо, пока!